Сегодняшнее утро выдалось недобрым для некоторых тюменцев. В гости нагрянули судебные приставы. Все внимание к должникам по алиментам. Общая сумма по региону составила 635 миллионов рублей. Среди неплательщиков становится больше женщин. Деньги взыскивают через суд, но не всегда и это приносит результаты. Приставам приходится ходить по домам. Сегодня специалисты обошли район лесобазы. Например, эта женщина о долге знает, но с платежами затягивает. А жительница следующей квартиры утверждает, что ничего не знала об алиментах. У вас услуги я заходила, но там постоянно как бы написано этим. Ну там штраф, вот это вот все, что это. А насчет алиментов, ну, как проверять, я не знаю. В пользу детей взыскано уже больше, чем 600 миллионов рублей. Это данные по Тюменской области. Сейчас в регионе свыше 7,5 тысяч исполнительных производств. 720 человек находятся в розыске из-за неуплаты по алиментам. Еще 316 привлекли к уголовной ответственности. Злоупотребляют, соответственно, по каким-то причинам их дети находятся либо в детских учреждениях, либо под опекой в приемных семьях, в опекаемых семьях. То есть они, как правило, не работают, алименты не выплачивают.